Ребята, всем огромный привет. В общем, привезли мне кота. Зовут Барсик. Британец порода. Сейчас я вам покажу, что тут вместе с котом. Так, вот это кастрюль, какой-то казаночек. Вот. Расческа. Вот это, наверное, он здесь играется. Вот. Привезли вот такой вот тазик. Сказали, что он ходит в тазик. Не знаю, я пойду ему куплю, конечно же, лоток, потому что кот большой, около 9 килограмм. Ну и что-то очень маленький для него этот тазик. Вот. Тут есть наполнитель. Тарелочки какие-то привезли. Да, есть тут, я ему воду налью. Есть. Но я ему купил тоже. Сейчас я вам покажу наполнитель. Я этот тогда сюда высыплю. Вот. Вот так, вот такие вот, видите, крупные такие горошки. Ну, наверное, ему удобнее сюда ходить. Вот. Вот. Ему побольше накуплю. Я ему купил вот такой вот наполнитель для британских кошек. Вот. Что он кушает пока, я не знаю. Это надо будет все спросить у хозяйки. И мне интересно, что здесь в этом казанке. Потому что... А ну-ка... Сказали, что здесь еда. Надо какие-то котлеты ему делать с овсянкой. Да, конечно, я все ему сделаю. Так, что здесь? А, тут его еда. Видите, вот. Вот тут овсянка в перемешку, по-моему, с печенью, что-то такое. Вот я сейчас это положу в холодильник, налью ему водички и попробую ему дать кушать. А вот и наш Барсик, да? Ты, Барсик, гляньте, как он кушает. Он бедный проголодался, гляньте. Он сейчас ему купил вот такой вот корм. Royal Canin, видите? Сейчас буду все убирать, потому что я его на стол положил, конечно же. Тут шерсть у него падает, но я все это уберу. Вот, видите, он кушает, он проголодался, бедный. Его, наверное, не кормили, что ли, не знаю. Бедный, мне так жалко кота, гляньте. Такий некдикуватый немножко, потому что, наверное, на руки его никто не брал. Мы сейчас его потом позднее вычешем хорошенько. В него шерсть не будет лезть. Гляньте, какой красавец. Да? Ты голодный был, Барсик, да? Боже, бедный ты, бедный. Да, тебе кушатки не давали. Кушай, кушай, не бійся, кушай. Сейчас я его на пол положу, пусть он себе кушает на полу. Все, кушай, кушай, наедайся, не бійся, не бійся. Тетяна Васильевна в гості прийшла. Да, прийшла. Ви опять за вещами? Передивися там кое-что надо, поэтому. Сейчас я вам Барсика покажу, надо його кормить. Я хочу побачити. Виманювати? А ну, ви подержите, я його возьму. Давай, давай, отак, да? Ага, а я його возьму. Ага, давай. Отак. Давай, давай, отак, да? Ага, а я сейчас його возьму і вам покажу. Угу. Барсик, потому что он боится. Ага, так ты его Он вчера тебе полчаса рассказывал. Залезь туда, ногу перекидай через диван. Потому думаю, точно кота уже принес, и Самвел ему дает инструктаж. Он просто боится, понимаете? Он так хороший кот, но боится. Ну правильно, у новая квартира, ему новая обстановка. Сейчас я вам покажу. Сейчас я ему корм дам. Ага. Я ему купил корм. Ты его сухим кормишь пока? Барсик, ходи. Ходи, маленький, ну, чого ти боїшся? Іди. Ніхто тебе не трогає. Ходи. Ходи, ну, сюди. Я зараз його візьму. Ой, котяра. Мені сам вели не то тяжелий, 5 кілограм з чим. Та це ти кажеш 9, це пішли два кота у місті. Він хороший. Як кот хороший. Тільки він не те саме. Ого, конечно, котяк. Красивенький, сіренький такий. У нас теж були отакі дома, тільки ще темніші, теж сіренькі. Ой, а ну, бачить його, да? Палочку можна не буде боятися. Ага, да, поклади, поклади палочку. Іди, Барсик, іди, покушай, іди. Васька його звати, да? Барсик його звати. Барсик, Барсик, кушай, кушай. Він боїться, тому що нова обстановка. Йому, понимаєте? А не так... кусається? Ні, не так, як той. Ні, можна отак погладити, можна погладити. Можна, ну, погладити. Кусає. Поки кушає, гладьте. Ой, я боюсь. Гладьте, не бойтесь, гладьте. О, бачите, він хороший. Тільки не любить, коли ззаду за хвост його гладить, а так він буде, так. Да. Кушає, кушає, шука, шука. Ой, котик,
Ой, а не вчите не чуть. Барсик. Барсик, барсик. Кс-кс-кс-кс. Вже покусав. Шука, нема покушав. Красиве, просто бачите, він боїться. Нова йому обстановка. Ага. Може, за ним говорят, що плохо смотрели. Так, вот. А куди чоловік ушов, що тобі віддали? На совсім чи ні? А ні, жінка в Польщі живе. Польше, так. Да. А тепер? Ну, она сейчас не может приехать забрать его, но сказала, что потом где-то через месяц, чтобы его, ну, или приедет, заберет, или отвезти к ней, ну, куда кота, да. О. Вот, уже убежал. Барсик, барсик. Куда ты убежал? Пішов, пішов, хвостом мотає. Ну, тобі буде веселіше. Якщо почне вже понімати, ти да. Прийдеш, у тебе буде він зустрічати, він як сам веде. Гляньте, який клас. Здоровий. Тільки то, що він боїться і прячеться за кровать. Ну, так, коли кушати виходить, то він виходить ну, на да. кухню, от ідіть, ходить, смотрить. Глаза нюхає, все обдивляється. Все, Колечка, хорошо. Хороший. Підняти інтересного дасть, а в руки ні? А в руки опасно, потому что он, ну, как бы он не кусается, но его надо пару дней, чтобы он привык. А-а-а. Потому что он боится, то ведь ему все... Интересно, да. Тяжелый, да? Ему все новое, вот тут, видите, обувь обнюхивает. Боится еще. А так, гляньте, какие красивые. На ёржився. Так, ну что, давайте сейчас я вам дам... Положи сюда мешки, я буду потихоньку... Барсичок, ну, иди сюда. Иди сюда, маленький, иди. Пішов, пішов кушать. Я ж тобі вже дав корм, барсик. Ти опять? На балконі нема тряпок, да? А какую вам надо тряпку? Ні, ну тряпок нема. Ні, там нету. Ну, чого ти кричиш? Ну, кс-кс-кс. Гля, ти чого сипиш на мене, барсик? На кучки тоді з мішків повисипали, я буду дивитися і складати. Красивий, да? Боїться просто, оглядывається. Не знаю, почему. Я не хочу судить людей, которые смотрели за ним, но он боится. Да? Кс-кс-кс. Чё ты хвостом мотыляешь, барсик? Кс-кс-кс. Там никого нема. Ты гля. Смотрите, Татьяна Васильевна, я вам купила такие штуки. Сейчас вам покажу. В общем, вы сюда себе послаживаете вещи аккуратно. Я вам покажу как. Смотрите. Вот это я вам открою. Я потому что я сейчас бегу к стоматологу, а вы все это сделаете. Вы это все аккуратно вот так поскладываете. Потом это откручиваем. Берем пылесос. Вот так. Здесь воздух убирается, и оно вот такое тоненькое получается. Из четырех мешков будет три вот такие кулечка. Хорошо? Я вам покажу как. А я потом приду, и мы вместе с вами все это сделаем. А вы себе перебирайте все, что вам надо, что не надо. Я вам дам пакет, вы отдельно то, что вам надо, переберете. А что не надо, все вот эти пакетики складывайте. А может, все надо, мне просто найти надо те самое. А что надо, там я подвезу. Да, а пакетики, да. А пакетики а смотрите как. А мне вещи куда складывать? Сюда? Сюда, да. Вот так? Нет. Не в середку, да? В середку. Вот откройте, возьмите, откройте, попробуйте. Вот это вот, надо, нет. Вот это открывать? Не-не-не, вот это в ту сторону подвиньте. Кого? Вот это, да? Да, вот так. Так. Вот. Дальше. И так оно открывает. Теперь пробуйте руками, открыто щас, или нет. Сейчас. А, это такое у меня маленькое было, я что все документы ложила. Подожди. Так, значит, надо... нет. Тогда в другую сторону, Татьяна Васильевна. Значит, другую, потому что я ж не знаю. Вот, так, да. А ну пробуйте. Попробуем. Открыто? Зараз. О, теперь да. Так это все. Да. Ага. Видите, вот так вот, не бойтесь, открывайте, да. О, ага. Главное, чтобы вы не порвали вот это, не затеряли. Все, ага. Вот так и хватит, больше так, его да? Не открывайте. Ага. И вот сюда аккуратно, вот смотрите, это раскроете хорошо. О, да. О, вот это аккуратно. И сюда аккуратно складываете. Хорошо, чтобы примерно было вот так где-то. Чтобы вот больше так, нет, вот так, да. О. Таких есть до 5 вот пакетов. Это, угу. Не, ну да. То что, можно и до этого. Просто по высоте я имею в виду, чтобы вот так было. Угу. Вот, чтобы не было напхано, чтобы оно трещало, потому что мы не сможем сложить. Таких ага. У нас есть 5 штук. Ага. И мы за счет этих кулечков, мы сейчас 5 пакетов вот этих, что у вас из черных, и буду всего-навсего 4 кулечка. И мне будет лучше, и вам будет лучше. Потом да, на квартиру раз. И оно вытянется, да, не порвается. И все. Хорошо? А что высыпать сюда? Татьяна Васильевна, давайте хотя бы один кулечок сделаем, попробуем, я вам покажу, хорошо. Как складывать, хорошо? Давай. А сейчас так. Закатка моя. Барсик, что ты сидишь, да? Смотришь? Барсичок, кс-кс-кс. Не бойся, ты что, боишься заходить в комнату? Убежал. Так. Давайте сначала один пакетик с вещами. Я вам покажу, как складывать, хорошо? А вы потом дальше будете сами. Я ухожу к стоматологу. А вы будете как бы сами делать. Только старайтесь
Не разбрасывать все, хорошо? Хорошо. Так, смотрите. Давайте начнем с ваших вот этих вещей. Так уж и быть. С вот этих, таких вот, скажем, легких вещей, хорошо? Да, сейчас я вам покажу. Как. Моей девочке дарила. Вот, видишь, какое? Красиво. Это вам надо было на юбилей одевать. А? На юбилей одевать. Значит, смотрите как. Я вам примерно покажу, потому что я понимаю, что вы так не сложите, как сложу я. Хотя бы вот так, смотрите. Вот. Чтобы оно не было, вот, видите? Вот так вот старайтесь все вещи, чтобы не было вот такие эти. Чтобы мы потом аккуратно могли их запечатать. И смотрите как. Вот. Берете вот так вот. Самый край вот угол, вот, видите? Вот так. О. И так каждые вещи. Сначала один слой, потом сверху второй, потом третий, через сколько влезет. Давайте, будем с вами делать. А, ну вот это платье сам, может быть, я одену. Так что, это платье запечатывать? Это платье не надо, наверное. До самого возьму, буду сама. Хорошо, что вы берете, оставляйте здесь. Хорошо, хорошо. Это самое. Тут и куплял, это самое. Вот сколько платьев, как мы делаем. Так накупили, то буду много, Коля. 5 штук, Эдик, 6 у этом, низки 6, одне ти, я купила, это 7, потом один сарафан купила, приехала. А це мені з Одеси вислали для мами з етикеточкою. Це я оставлю, воно на мене мале, може буду отдельно класти, що буду дітям готову. Це буде отдельно, це отдельно положу. Хорошо? Ну, я буду одягати. Туди наверх ставте. Так, нехай, на. Це я сарафан такий купила собі. От його поясок, Коля. Хороший у вас. Да, такий літній хороший. Він прохладний, такий на жарку, мілітопі. Прохладненький. Так, це мені платок вислали. Сюди теж положить, Коля. Хорошо, сложи його. Я сложу, ви давайте. Я його на роботу одягала. Такий мені теплий. Закривало і грудь, закривало і цей самий. А це що за бочки? Це не этот, не оренбургський пуховий. Оренбургський пуховий, так. Да, да? Да. З Оренбурга прислали. А другий білий мені з Ізраїля, що приїжджала сюди, прислала. Оце, а це пояс до пальто. Положу пальто в карман. Бач, вони ж тут вещі. Як зря, як вони там були на вішалки, що, що я тут так і поїхала. Барсик не розуміє, що робиться. Ходить зад вперед. Це мені теж жінка одна подарила в Мелітополі. Ото кофточку. А вот это мне, девчата. Да, давайте сюда, я вам буду сказать. Да, да, Коля, вот это на, с этого, с Киева мне на день рождения в том году передали, девчатка, киевлянки. Вот эту, а на новоселье, что новую квартиру сняли, пакет белья и полотенечко красивое. Оселя это у меня красиво еще есть на плечиках, яка. Ага. Один у меня нравилась. Вот. Как мишка. Ага, ага. Та у вас куча вещей. То в мене вещей стільки, я своє пооставляла, а пооставляла те, що повисилали. Понімаєш? Угу. Отак от. От це теж вислали, гляка кофточка хороша. Мого зовсім мало стало, зовсім. Оце саме хотів викидати. Іра виходила заміж, брали костюм мені на Анголінка в Запорожжя, Большой Ринок. А я кажу, не викидай, колись то одіну, літній, глянь. Ззаді розрізик, а тут отак літуча миш. Видиш? А чого літуча? Так, да, отак от. А того, що отак от, бачиш? Бачиш, як літуча миш. Так називається. Давай, буду тобі потихоньку давати. Це сумочка, нехай там в мене сумочка є. Зараз, Коля, будемо вивалювати сюди. Так, Колечка, от вона. Видиш? Зараз. О, ти красиво складуєш. Я так, як ти, звісно, не складу. Це чисто. Ну, ви старайтесь так складувати, щоб було хорошо. Ось, Коля, о, постільне. О, шарфік, що я питала. Так ви постільне? Бач, який я питала шарфік, от йому подарили. Тетяна Васильівна, ви що, складуємо його? Ну, складіть. Постільне віддельно. Да? Ну, а чого ж ви? Хорошо. Що ви, плаття будете? Хорошо, Колечка, треба вибрати. Тут же мішки за мішки. Тут треба вибрати, зайка. Що, тряпки є? А чим вам ті мішки? Ви вещі давайте спочатку. Та, що, ось дивися. На. Є, я хочу витягнути, оставити тільки ігрушки, Коль. А зачем вы не таскали вот таких игрушек? Зачем вы достали? Ну да. Что вы будете с этими игрушками? Вышлите Эдику детям. Так отдам. Буду ехать отдам. Так а что посылку не вышлите? Не, мой дорогой, надо и выслать. Все, это, подожди, вот это давление мерять. Боже, у вас тут сколько хлама. Это хлам. Ой, ну как это хлам? Это не может быть. Так, это мои игрушки. Все, наверное, все, Коль.
тебе руки длинніші. Глянеш, нічого тут нема. Ось у мене новенькі. От, нехай, не треба поки. Ігрушки поки хай остаються, да? Ну, так. Да. А ну, глянь, нема там ніде нічого заложено, бо буду тоді шукати. От шапочки мої, нехай. А ну, Колечка, глянь, тут нічого ще, дітка, нема. Під оцим мішкою. Штани, що він мені за 1000 купив? Прийдеться, наверное, или гульнаски, или кому. Это молодежні, гля, с полосами. Вот. Ведь Самуил поведе мене в такий магазин, та я б в жизни не купила. 999 гривен. Любить вас син, що ви хочете? Ну так син, він хоче мені що дороже. Ну кажу, зачем? Там хорошо, гляньте оце. Да, мені красиво. Отак надо. А що? Блатна бабушка сиділа в щемочки, тривала, все, отпало. А ви репу вмієте читати? От це я віддільно положу, якщо буде маленький пакетик, віддільно для подарка. Приготовлю, розумієш? Що мені не те саме, а воно новеньке, я ні разу не одягала. 1000 рублів, я за це переживала, думаю, не викинув він із цього, куди-небудь у мішок, у мусорку. Ой, хай Бог милий. Так, ми вже тут сложили. Значить, берете пилісос, відкручуєте от цю штуку. Вот. Ну я не зможу це делать. Ну я это сделаю. Я вам просто. Тобі... Я вам просто показываю. Просто, смотрите, включаете пылесос. Берете вот эту трубку и вот так. Теперь смотрите на вещи. Видите? Теперь быстро раз, вот это закручиваем, пылесос выключили, это закрутили, чтобы воздух не выходил. Ну и теперь смотрите разницу. О, конечно. Есть разница? Конечно, такой был пакет, да. Ну и вот, о. Вы так поскладываете, а потом я вам это все на сторону положу. Вот, гляньте, да. Лучше, чем вот один мешок, скажите. Ну, конечно. Правда? И так хай хранится. Да. Неизвестно, сколько они тут будут колечко стоят. Ну вот. Дай бог, если я чуть-чуть выберу. Да найдете квартиру, будет стоять. Что вы беспокоитесь? Если не... Я понимаю. Ну вдруг мне ехать в Башкирию, то 3 месяца у меня не будет. Вот. Нельзя ж нанять квартиру, я уехала и плати за 3 месяца. Ясно, что не будем брать. Підшукувати буде, а я приехала и все. Переедем, тут и носить буде близко. Дай бог, чтобы тут где-то в этом районе. Так же? Если в цьому домі не вийде, Самуил казав, можна, а там, де він живе, рядом такий п'ятиэтажний, ще тільки перший, второй этаж. Ну, хорошо, Тетяна Васильевна, тоді я вас оставляю, а ви делайте, хорошо? Так, да, так. Да. Тетяна Васильевна, звісно, це взагалі повибрасувала там от ці пакети. І свої вещи, вещи все іще. В общем, я, ну, помог їй немножко, тому що купив спеціальні такі пакети. Вот. И они меньше места занимают. Сейчас иду к стоматологу. Он немножко посидит там у меня, свои вещи посмотрит. Я иду делать пломбы. Мне осталось только сделать пломбы. Ну и все, и в принципе мои зубы готовы. Ладно, ребят, увидимся с вами в следующих влогах.